Доброе время суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбук, кого-то день, кого-то ночь, кого-то утро, кого-то вечер. Продолжаем путешествие по Даличи. Я не совсем понимаю, как работает система сохранения, поэтому решил сразу следующую серию записать. Не пойму, как тут сохраняется, я что-то... Вам надо вернуться в Даличи, на подъемник, какой-то прогресс, короче, не пойму, как это работает, все. Толпа пьяница. Так, у меня что-то случилось с главным нашим дворфом, но надеюсь, он как бы... Не будет сильно. Привет, теплокровка, давай поторгуемся. Но я потратил все свои деньги. У него появился доспех. Неплохо. Так, давай. Так, что у меня с гномом происходит? Погоди. Гном, а гном? Хватит выступать. Во. Теперь этот выступает. Что с ними не так, я не знаю. Так, сюда пройти не могу. Ну, ладно. Видимо, они в призраках превращаются. Так, смотрим. Тут опять события. Ну, пошли поверху теперь. Ладно, пойдем. Всем стоять. Что-то приближается. Так, ну опять наши старые знакомые. Так, ну есть какой-то новый. Кто такой вообще? Охранник 7536. Знать. Бард. Ну, самый сильный урон это у охранника. Давай тогда стрелять. Есть. Ай. Так, ты. Ну, давай тоже, наверное, бить. Хотя, можно, в принципе, применить свою суператаку. Давай вот эту вот. На вот этих вот. Получили, получили, отлично. И получили минус урон, да? Так, ты давай свою бомбу кидай. Она, конечно, неудобно, что она сзади находится. Так, а ты что делаешь? Так, он что-то на меня сделал. А, он уменьшил урон, понятно. Так, этот спит. Так, ты моя подружка. А тебе надо имбу делать, да? Давай. А, ты вот так вот на этих сразу. Ну давай, замочим их, давай. Отлично. Минус двое. Получается, я самый сильный в своем отряде. Фига ты втащил. Так, стреляй. Давай в этого. Есть. Ну и остался Барт. Барт, он типа маг, я так понимаю. Так, ты пока просто стой. Ну и что он там придумает? Фига он там. Так, он себе атаку поднял, понял. Но не здоровье. Так, ну давай. Выдыщ. Два здоровья осталось. Давай, гном, я в тебя верю. Да блин, ну ты гном, а, или не гном. Так, блин. Давай я тут с гномом местами поменяюсь. Ах ты гад. Ну, должен добить уже, в принципе, давай. Красава. Нормально. Так, призрачный прах есть. Жемчуг пустоты есть, слиток есть. Давай, красава. Ну... Подглюкивание никуда не делось. Хотя давай мы, наверное, припасы будем собирать вот этой нашей девушкой. Давай. Забрала. И все равно подглюкивают. Ну, надеюсь, это как-то пройдет. Так, доски всякие забираю. Припасы давай. Отлично. Все хорошо. Если что, хилки по наделу, да всякую билиберду. Так, это я не знаю, куда ведет. Это я забираю. Красава. Так, тихо еще. Какие-то мешки всякие, всякую фигню берем.
Ну, я, кстати, не знаю, как тут смысл есть потом все это тут снимать, показывать. Может быть, как бы потом уже сразу к главарям локации переходить, а то, наверное, не знаю, интересно, неинтересно вот этот весь геймплей, где ты ходишь тупо по всяким ящикам и собираешь ящики, не знаю. Так, смотри. Это что такое? Это рынок какой-то. Там какую-то... чавачицу какая-то. Я вообще не знаю, куда мне надо идти, вот если честно. Какая-то фабрика, чего тут только нету. Улица купцов. Ну, нам же на какой-то рынок надо попасть. Опа. Так, выберите. Так, ну... Ты самая крутая, давай. Так, это можно ворона послать. Давай. Там есть ящики, хорошо. Так, это музыка. Мой совет. Лучше не отходить далеко от костра. Нужно при возможности использовать любой источник тепла. Понято. Изабель заговорила со мной за несколько минут до своего побега. Интересно, что она хотела сказать. Ой, да. Если такая тварь не дышит, то для ее успокоения нужны серебряные пули. Так, это что такое, спать? Это на музыкальных инструментах поиграть. Во время развлечения уровень ужаса на ужасометре поднимется на 5. Показатель осторожности будет влиять на результат отдыха. Что будете делать? Давай попробуем. Несмотря на тяжелую ситуацию, ваш отряд насладился весельем. Мы получили заряд бодрости, равный показателю настороженности часового, плюс 5 ужаса. Плюс 3, ну хорошо. Во время сна уровень ужаса на ужасметре поднимется на 5. Ну давай. Все, используем. Все, так, это получается здоровье, понятно, плюс 3. Зато ужас прибавился, да? Ну ладно. Хотя бы знаем, как механика лагеря теперь работает. Так, и куда мы идем с тобой? Наверх идем. Там есть ящики. Не зря мы отправили ворона. Так, это забрал. Забрал. Подражатель. Не могу поверить, что так попалось. Блин. Ну вот с ней, конечно, плохо. Гном-то в этом плане лучше себя ведет. Поехали дальше. Пусть наши клинки бьют верно. Так, ну это... Ой, ну этих-то типов мы уже видели. Тут просто эти... Танк жесткий, да. Все остальные лошары. Так, гном. Ты у меня крутой, давай ну-ка свою атаку суперскую. Давай на этого. Бадыщ, нормально так. Так, ты у меня. Давай просто бадыщ. Красава. Стоять. Так, ты. Ну давай добьем этого. Хотя я не смогу добить, давай добьем этого. Голема? Ну ё-моё! Так, Икс, давай. На всех. Этот, блин, один остался ни к селу, ни к городу здоровье. Ну хотя бы уменьшил урон у них. Прибавил себе защиту, красава. Так, давай вот этого. Есть. Безумного больше нету. Так, ты. Ну, давай этого добей. Красава. У него просто урон самый большой. Так, а ты давай попробуй вот этого. Мочкани своей силой атакой. Но! Есть, снесла хп нормально. Так, ты, ну давай. Уменьшим атаку. Красава. Опять защиту себе. Но это только защиту снесет, да.
Так, а я могу вылечить кого-нибудь? Только себя давай. Хорошо. Ну так, чтобы подлечиться во время боя. Красава. Так, это забрал, забрал. Я вообще думал, что только припасы тут будут. Так, а вот и торговец. Оу. Так, ну давай. Че у тебя тут? Так, я же всякую фигню уже подбирал, нет? Где она? А где, правда, вся... А, вот она, вся фигня эта. Я и думаю, где эта вся фигня? У меня эссенция крови. Части голема. Но мне надо продавать, у меня скоро уже все заполнится. Короче, я все продам. Жалко, нету кнопки продать все сразу. Не буду я все это копить. Тем более деньги как бы есть, мусора вроде много мы подбираем. Я лучше куплю у него на заработанные деньги. Получается, так где у него купить? Вот у него купить, давай я куплю себе настоечки вот этой. А, и травяную, нет, травяная слишком дорогая, давай вот эту куплю. Все. Пускай будут. Не буду все это экономить. Все, больше у меня денег нету. Так, ку. Все, давай. Так, тут только сюда, да? Так, мы где? А, мы почти с тобой вышли. Так, забрал, забрал. Забрал, забрал. Забрал, забрал. Забрал, забрал. То есть в лагерях можно, кстати, отдыхать, получается, и пополнять здоровье свое. Вот, в зависимости от того, какой у тебя этот организатор ночника. Вот, вот как здесь. То есть, получается, перед выходом можно здесь отдохнуть и бесплатно себе пополнить ужасы всякие вот эти дела. Давай. Быстро отдохнем и все. Так, этого отправить не могу. А музыкальных инструментов тут нету, серьезно. И смысл тогда этого? Ой, да. Тогда получается просто я могу, да, здесь... блин, пока еще путаюсь. Вот так вот сделать, давай. Есть. 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 Вот они бухать, а. Так этому-то оставьте. И гному тоже. Так, кто еще? Давай ты. Ну, по-дикому, конечно, выпиваю все. Так, ну, в принципе, все здоровы, все нормально. Все? Давай. Тут что-то не было инструментов, поэтому как-то плохо. Ну, хотя бы пополнились. Так, ну чё, куда мы вышли? А, вот, получается, главный герой, да, купчиха? Stay alert. Так, чё здесь? Призрачный базар. Дошли, да? Это и есть этот призрачный базар, о котором я столько слышала. Но здесь так тихо. И это действительно центр торговли ледовицы. Добро пожаловать в штаб Северной вечерной компании. Это здание закрыто для общественности. Пожалуйста, обратитесь к информационной стойке. Мандук, директор компании. Так, смотрим, что дальше. Это что такое? На столе стоит дорогой чайный сервиз с пакетами открытого крысиного яда. Паучий сирийский чай. Хорошо. Эта карта подробно описывает этот сложный комплекс. Ё-моё. Здесь еще, получается, надо будет сражаться. Ух ты, какой-то повар пришел. Повар. Так, ну смотри. Можно, наверное, защиту сделать, да? Давай на тебя сделаем защиту. Мне кажется, ее будет бить.
Красава. Так, теперь ты. Урон 3, да? Ну давай, ладно. Ну давай по... Хотя я не знаю, кого. Барда, может быть, бить? Нет. И этот жесткий. Ну давай охранника. На тебе. Жесткачи они все. Ну а ты биться не можешь, да? Серьезно? Капец ты, конечно, деловой. Так, ну давай тогда вот так сделаем. Мне кажется, это будет битва сложная. И Ганна себе здоровье прибавила. А, она себе прибавила урон. Так, гном попал. Минус урон. Повар офигел, что ли? Так, куда можем мочкануть? Хотя, мне кажется, слабенько она мочит. Давай в охранника дальше. Слабо. Очень слабо. Давай добьем этого охранника. Будыщ. Ну ё-моё. Так, ты моя подруга. Есть. Минус охранник. Давай, ты Каркулов. Как раз со своим криком. Будыщ. 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 Ай. Фиг, какой модный он. Ах ты гад, он поднял им урон. Повар ест. Здоровье прибавляет. Так, мощная атака. Блин, не так я хотел. Я хотел двоих, но не получилось. Пропустил бы. На тебе. Есть. Давай повара, наверное, добьем. Да ну ты серьезно. Давай ты добьем. Ну. Добей повара. Красава. Так, остался безумный торговец и бард. Так, у нее здоровье, да, отнимается помаленьку. Фига, 5 урона на себе сделала. Блин, она жесткая, надо ее бить. А я урон тут потратил, блин. Блин. Давай барда, я не знаю, добьем. Бард слишком много колдует. На тебе. Так, давай стрелять. Есть, ушел. Так, ну осталась торговка одна. Так, что делает у нас вот эта вот граната? Цель получает оглушение. Кстати, неплохо, давай. А то у нас слишком имбовая сейчас стала. На тебе. Поспи маленько. Она пропустит ход, да? Да. Отлично. Так, теперь ты. Так, у него там тоже что-то какие-то проблемы всякие идут. Ха-ха-ха-ха. Ну давай вот так вот сделаем. Пускай орет. Есть. Немножко понизим ей урон. Так, ну а ты просто бей ее. Ну, слабо, слабо. Так, гном. Так, вот этот вот выстрел у него. 6 истинного урона. Ну, давай вот его. Как раз у него 6 здоровья. Отлично. Вот это было хорошо. Я так понимаю, по этому комплексу я долго буду шариться. Блин, еще здоровье тратим. На страницу кодекса. Споры тихогрибы. Обморок. Повезло. Да блин, ну блин. Повезло. Стены для музыкантов и песцов. Похоже, здесь еще осталось кое-что полезное. Получен сироп для горла.
Так, это что такое? Мы нашли углеродный костюм. Офигеть. Так, смотри. У меня нет карты этой области, понятно. Призрачный базар. Это внушительный рынок, которым управляют здравомыслящие призраки, торговцы своих прошлых жизней. Они собрались возле штаб-квартиры Северной венчурной компании и продолжили торговать с выжившими, которые прибыли сюда в поисках припасов. Поскольку эти призраки могут терпеть неестественный холод в течение длительных периодов времени, они приступили к организации снабжения города. Гелионы являются предпочтительным валютой, поскольку золото не имеет значения для мертвых. Чтобы работать с призраками, нужно иметь при себе гелионы. Ну ладно. Так, это куда пойти? Ой, блин, всякие странные испарения попались. И все попались, причем, офигеть. А вот и они. Ну, блин, опять эти типы прибежали, а? Жесткие типы. Офигеть, у меня чуть рыцаря уже не убили. Так, рыцаря, давай под защиту. Что такие жесткие-то почтальоны всякие. Так, служанка защиту колданула, да? Ну, давай бить. Давай просто тупо бить. Ай. Давай. На тебе. Так, ты можешь двоих сразу, да? Давай сразу двоих хренанем. Есть. Почтальон что делает? Ай. Так ты же под защитой был, нет? О-о-о-о. Походу сейчас кого-то у нас не станет. Готов. Блин, удачный удар был, и так неудачно я его потратил. И эту сейчас тоже, по-моему, забьют. Так, ладно, давай. Готово. Танцовщица. Ну, давай вот так вот сделаю. Остался один и блин, три урона надо всего лишь. Так, ты сможешь? Давай служанку. Есть. Она просто там колдует всякую фигню. Ах ты, блин, чуть не убили его. Готово. Да, друг мой. Чуть не уничтожили у нас одного рыцаря. Я могу прям здесь какие-нибудь припасы сделать? Да, могу, слушай. Надо все-таки, блин, в лагере это делать. Плеху. Плеху. Эта стена рухнула давным-давно. Здесь не пройти, нужно искать другой путь. Блин, серьезно, я сюда зря шел. Обидно. Это вентиляционная шахта, наш единственный путь. Думаю, придется запачкать руки. Погнали. Госпожа Эндрю, надеюсь, вы наслаждаетесь своим отпуском в Ледовице. Здесь есть много хороших способов скоротать время. Я рекомендую вам посетить жидкую гидры, жидкость, чтобы насладиться прекрасными выступлениями наших танцоров в дроу. Если вам что-то не по душе, в клубе есть более эксклюзивный вариант. Найдите официанта Чена и скажите ему, что я пригласил вас. Брюс. Не похоже на правильное помещение. А я как бы правильно это и не ищу, я просто хожу и брожу. То есть обратно надо возвращаться, да? Ну, карты нету, это понятно. Так, а здесь что? Так, тут мы с тобой не были, да? На стене список запасов, в основном алкогольных. Рядом с ними размещены различные заказы от дворских чиновников и знати. Бернард, ты видел последнее объявление? Проклятый король санкционировал дворфовскую монополию на пойло и спиртные напитки. Если это произойдет, нам конец. Как ты собираешься с ним бороться? Ренард.
О, можно отдохнуть. Давай. Так, ну, оставим тебя, естественно. Так, надо будет поиграть на инструментах. Да? Давай. Да. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, давай. Все отдохнули, и надо будет поспать, да? Так, ну надо, давай еще применим эти, как они называются, припасы. Вот это вот. Это что у нас лечит хрипоту, сонливость? Давай. Вот это вот надо вылечить 100%. Его прям покоцали, прям как нефиг делать. Все остальные-то как бы еще вроде целые. Ну, тебя тоже вот подлечить. Но остальное вылечит сон, давай. Да. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай, все. Отлично. Все, мы готовы идти в бой, давай. Все, пацаны. Погнали. Чик-чик-чик, так, чё? На столе стоит официальная правительственная записка. Уведомление с печатью короля Агрима, говорящее, что дворфы теперь единолично владеют лицензией на спиртные напитки в Ледовице. Она сопровождается другой запиской. Мои замечательные сотрудники, вы были источником вдохновения в эти трудные времена. Последнее уведомление короля фактически положило конец нашему бизнесу. С тяжелым сердцем я должен объявить, что мы закрываем склад после более чем 30 долгих лет служения людям Ледовицы. Спасибо за вашу работу, Бернард. Ренард, монополия короны вывела многих людей на тропу войны. Я нашел другой путь, но мы должны быть осторожны. Мой друг показал мне местоположение нескольких скрытых туннелей по всей Ледовице. Мы можем через черный рынок продать наши запасы. Что скажешь, Бернард? Короче, какие-то местные их терки непонятные, да? О, здорово. Проматерь, богослови, как ты умудрился здесь оказаться раньше нас? Я множество темных ночей скитался по этим улицам. Конечно же, я знаю путь лучше тебя. Скажи, ты нашла ту женщину, которую искала? Все признаки указывают на то, что она прошла здесь. Дело времени. Ты не заметила? Назар мертв. Что-то здесь не так. Мне пришлось вернуться, потому что дальше полно безумных призраков. Плохо дело. Это может означать только одно. Влияние зеленого пламени здесь возросло. Вместе с этим кварталом они захватили власть над Ледовицей. Король теней достиг этого, зачаровав могущественную тень своей странной магии. Купчиха стала его последней жертвой. Если все останется так же, все призраки этого квартала сойдут с ума. Уверена, это Изабель блокирует нам путь. Нужно выдвигаться. Я должна добраться до нее раньше, чем зеленое пламя. Если ты идешь внутрь, то тебе понадобится этот ключ. Я запер дверь за собой. Призраков она не остановит, но некоторые безумные призраки все еще не поняли, что потеряли свою психическую оболочку. Я, кстати, пока не понял механизм сбегания. Типа, можно сбежать. Как все это работает, я пока не знаю. Опа! Здравствуйте. Не следа, Изабель. Это не к добру. Ты должно быть купчиха Ледовицы. Я хочу поговорить. Кто ты и зачем тревожишь меня? Я Эвелия Лирика, я пришла с миром, я ищу женщину по имени Изабель. Глупое дитя, как смеешь ты входить в мои чертоги? Я поглощу твою душу за такую наглость. А? Так, битва, да? Ой, тут смотри, какие типы-то, хорошо, что мы подлечились. Безумный торговец, ё-моё, пошли колдовать. Мандук. Да... Но можно сделать себе какую-то защиту сначала, давай. Попробуем. Так. Ох ты, мочканула. Еще и отняла, да? Блин. Так, молодец. Отзащитилась. Так, это блин, лучница, нормально. Защита работает. Так, что могу сделать? Б, Ку, у нас что? Молитва. Цель получает оглушение. То есть, в принципе, охранник жесткий. Можно охранника оглушить. Можно безумного торговца оглушить. Но, блин, безумный торговец тоже жесткий. Я даже не знаю, что лучше сделать. В кого мочкануть, блин. Но безумного торговца надо мочить, потому что... Он, блин, жесткий. Давай. На тебе. Он очень жесткий.
Надо бы его подмочить. Потому что он будет колдовать всякую фигню, блин. Так, вот это, конечно, плохо, что они меня оглушили. Ну да, она себя лечит там. Оглушает еще гадина. Так, вот ты, друг, у меня. Давай, стреляй. Будыщ. Молодец. Жалко мою Эвелину. Ох ты, какая злюка. Что она делает? Она здоровье себе. Ай. Блин. Кого-то замочат, скорее всего. Так, смотри, оглушить бы кого-нибудь. Давай вот оглушу вот эту. Тем более она пока не ходила еще. Да, молодец, спи. Давай. Давай, ты, наверное, вот этих вот всех. На тебе, на тебе, на тебе. Всем этим мандукам, так сказать. Так, ах ты, блин, ну давай добьем. Она не добьет. Ну да, жалкий удар какой-то. Блин, я даже одного пока добить не могу. Ну давай, безумного торговца. Есть. Ну одного затащили, нормально. Теперь хотя бы вот эту мандук сможем с этими бить. Тихо там. У этого жесткий урон. Да и у этой тоже нормально. Гадина. По три урона всем, а ты посмотри, что делает. Так, Е. Можно мандука бить. Ну, давай мандук. Мандук, по-моему, здоровье себе восстанавливает. Так, ты мой друг. Давай, просто бей, херач. Красава. Так, ты двоих сможешь ударить? Красавелла, давай. Будыщ. Нормально так втащила. Так, ну и ты, красавчик. Давай, наверное, ты просто защиту колданешь. А то что-то я переживаю за Сирену. Это поди здоровья будет лечить, да, свою гадина? Ну, конечно, конечно. Ты смотри, читер просто. Ай. А эту не бьют. Отлично. Отзащищалась. Так, ну давай. Блин, так бы этого добить. Ну давай, добьем. На тебе, 4 здоровья. Так, давай вот так вот сделаю. На троих. Ари. Есть. Есть. И зато урон у них уменьшим. Так, ты. Давай, наверное, вот этого добьем. Хотя нет, она не добьет, блин, его. Так, а подожди, давай посмотрим. Ой, не так. Че у нее стрелок? Ну, стрелок прям слабенький, слабенький. Вот вихрь, конечно, классная тема. Да. Даже не знаю, как ударить-то лучше. Мандук бесполезно бить. Давай охранника ударю. На тебе. Так, и остался... Ну, давай, в охранника попади. Ну, конечно, не попал, блин, гад. Так, мандук бьет, но слабенько ударила, хорошо. И оглушила еще. А вот этот сильно бьет, гад. Так называемый охранник. И лучница тоже хреначит нормально. Они, короче, на этого, на Гархарда стали бить. Так, ты. Ну, давай, пока вот этого добьешь. Есть. Минус сильный читер. Так, он пропустил ход, я понял. Так, ты что можешь сделать? Так, в эту она... А, блин. На. Так, давай-ка, наверное, поменяемся местами с этим... Хотя, я не знаю, Гархард он оттуда же бить не может. Просто тупо стоять там будет. Блин, я даже не знаю. Ну, в эту давай, хотя, давай... Блин, что ж делать-то? И эту жалко. И этот тоже сейчас может улететь. Давай, защиту ему пока колданю. Ну давай, мандук. Так, здоровье, да, себе пополняет? Гадина. Да, смотри, пополнила.
Лучница всех бьет. Гадина. Так, ну давай. Так, что делает у нее еще вот этот навык? Блин, не туда все время. ББ. Молитва, плюс 4 здоровья себе. Ну давай. Ку себе сделаем, давай. Отлично, плюс воинственность добавила. Красава. Ты можешь себе... Он не может себе наколдовать, нифига. А лучницу они пробить не могут, да? Блин, а. Ну давай, Р, как-то сделаем. Защиту себе сделаем, не знаю. Так, ты давай, X. Давай. Бдыщ, 4 урона. Нормально. Так, ты можешь вмочить в нее? Красавелла. Ах ты гадина. Фига пробила как. Смотри, уже давай в этого шмалять. Так, туда пройти не может. Ну давай в мандук. На тебе мандук. Так, ты мой друг. Можем понизить здоровье, можем поменяться местами. Ну давай. Как бы лишним не будет, маленько уроном уменьшить. Опять же, здоровьем захреначить. На! Так, ты, мой друг, попадешь в нее? Есть! Мандук осталась одна. Здоровье пополняешь, да? Ну, сейчас главное ее херачить и херачить. Атаками имбовыми, давай. Выдыщ. Так, ты. Сколько у тебя здоровья осталось? 4. Ну, еще одну атаку, мне кажется, он выдержит. Ну, конечно, она еще и защищается, конечно. Давай, просто бей ее. Бейте ее все. Всем, чем можете, бейте. Конечно, можно было бы защитить, ладно, стреляй. Ну, конечно, ты еще и защищаешься. Ну, как так-то? Ты че, мандук? Так, этот еще живой. И пропускает ход. Так, давай, бей. 3. 10 осталось. Если бы не пропускал бы, было бы хорошо. Так, давай имбовую атаку. Бух. 6. Давай, стреляй. Она сейчас будет лечиться, я думаю. Да-да-да, она лечится, смотри. То есть, получается, я смогу еще атаку провести. Можно, кстати, здоровье пополнить. Ну ладно, не буду. Ну, конечно, ну как так-то? Какая защита-то? Ну, ё-моё. Так, у него 2 здоровья. Давай вот так вот сделаем. 1 истинный урон. И минус. Она если даже атакует, то не сможет его убить еще. Так, ты, давай, бей. Как же здесь сложно-то? Ну, правильно, если бы они еще бы били бы все. А, у него супер атака появилась, надо было ее использовать. 4. Так, живой еще. Нет, умер, все. Жалко. Жалко, жалко. Ну давай, гранату свою. Есть. Поспи маленько. Бей. Есть. Все, мандук нету, но одного потеряли, к сожалению. Так, эктоплазму взяли. Всякие припасы, давай. И перегруз теперь. Купчиха падает на землю, крича от боли. Ее тело вздрагивает, изучая пульсирующий свет. Тень в агонии хватается за голову. Нет, нет, нет! Эфирные наручи начинают изучать странное сияние. Что? Что происходит? Похоже, мои наручи реагируют на присутствие тени. К счастью, Джерард входит в помещение. Эвилия, осторожно. Я на мгновение расслабилась, и тень воспользовалась этим. Ты будешь гнить вместе с нами, девка! Захваченная врасплох, я попыталась защититься от ее яростной атаки. Не приближайся! Эфирные наручи выпустили мощную энергию, окутавшую тень. Магия, помрачившая ее разум, испарилась.
Где я? Кто ты? Я Эвелия Ририка. Все будет хорошо. Мы поможем тебе. Прости. Мои мысли были словно в тумане. Я не контролировал себя. Скажи, как я могу отплатить тебе? Я даже не представляю, что ты пережила, но, возможно, ты расскажешь мне о том, что здесь произошло. Я расскажу все, что помню. Эвелия, я благодарю тебя. Если бы не ты, я осталась в путах магии зеленого пламени. Изабель тоже обладает такой силой? Как зеленому пламени удалось сделать с тобой такое? Несколько недель назад они прорвали нашу защиту и привели с собой мощных магов. Их священники колдовали архонские заклятия, чтобы ослабить меня и поработить мой разум. Поработить разум? Люди далече понятия не имеют о том, что здесь происходит. Они не могли добраться до призрачного базара с тех пор, как появились ледяные преграды. Я все слышала и видела, но не могла управлять собой. Я была полностью одержима темным намерениями короля теней. Я знаю, ты многое пережила, но мне нужна твоя помощь. Мы преследуем женщину по имени Изабель Салазар. Ты видела ее? Я узнаю эту злодейку где угодно. Она ответственна за ледяную стену. К сожалению, я мало что знаю. Она была здесь недолго. Спросила о зеленом пламени и указала на жилой квартал. Нет сомнений, она отправилась туда, чтобы рассказать о том, что знает. Она может раскрыть местоположение далече. Она спешила. Сомневаюсь, что ты сможешь догнать ее. Извини, но я должна задать тебе личный вопрос. Ты сказала, что твоя фамилия Лирика. Доктор Николай Лирика, твой отец? Да, это он. Как? Откуда ты знаешь? Возможно, ты удивишься, но мы с твоим отцом когда-то дружили. Он часто наведывался в Ледовицу в своих исследовательских экспедициях. Мне прискорбно это говорить. Но мой отец умер. Я сочувствую на твоей утрате. Надеюсь, он ушел мирно. Я знаю его столько лет. Перед трагедией ко мне пришли двое незнакомцев. Они сказали, что придет молодая девушка с твоими глазами. И отдали вот это. Сказали, что это твоего отца. Да, ошибки быть не может. Он хотел, чтобы ты получила это. И это очень важно, поскольку он прислал незнакомцев. Это вырванная страница? Я не могу разобрать, что там написано. Зачем отправлять мне это? И отправлять сюда? Погоди, это же из книги, которую он оставил мне. Он был человеком глубокой мысли. Я уверен, что это значит больше, чем кажется на первый взгляд. Если бы ты хотя бы наполовину столько же изобретательна, как и он, я уверен, что ты расшифруешь тайну. Спасибо. Есть еще кое-что. Да? Думаю, я знаю одного твоего бывшего знакомого. Его зовут Марухан. Да, я знаю этого старого негодяя. Как у него дела? Все еще живой? Очень даже. Он просил меня забрать у тебя императорскую печать. Говорит, что она ему важна для будущей северной венчурной компании. Рада, что он думал обо мне. Да, он прав. Эта печать по праву принадлежит моему живому преемнику. Возьми ее и отнеси ему. Можешь на меня рассчитывать. Когда будешь готова уходить, скажи. Я попрошу своих призраков сопроводить тебя. Так, вот так вот. Так, ну она, смотри, она попросила отдать ее Марихану. Ага. А не вот этому типу. Эту печать. У меня все, блин, перегружены. Капец, что происходит. Так, это не то. Тени Ледовицы. Это духовные сущности, которые контролируют 4 квартала города. Купчиха владеет северным кварталом развлечений. Надзиратель контролирует южный жилой квартал. Мастер контролирует западный промышленный квартал. Жрица управляет восточным храмовым кварталом. Все тени были раньше сильными, но здравомыслящими призраками. Король теней использовал свои способности, чтобы поработить их, сводя с ума призраков вокруг них, тем самым укрепляя свою власть над городом. Так, страница. Тени. Некоторых призраков король теней отбирает и измеряет своей темной магией. Этот процесс наделяет их огромными силами. Эти уникальные призраки называются тенями. Их присутствие постепенно притягивает призраков вокруг и даже влияет на их состояние ума. Тени доводят здравомыслящих призраков до безумия. Как таковые, они часто становятся влиятельными фигурами в своих областях, и король теней использует их для установления контроля над Ледовицей. Понято. Ну пойдем. Так, я все взял. Так, ну это выйти. Нам это не надо. Нам надо идти, короче, обратно. Ты готова? Мои помощники сопроводят тебя. Да. Спасибо тебе. Передавай моему Марухану мой привет.
Не, ну она сама попросила марихану отдать. Живой, тем более, преемник. Чем призраку этому мало знакомому. Он и так ведет свои дела. Нормально. А. Эвелия, есть новости с севера? Есть, я не боюсь плохие. Изабель опережает нас. Тогда нужно готовиться к худшему. Я проследила ее путь к призрачному базару и обнаружила, что зеленое пламя уже побыло там. Они околдовали мандук и свели с ума множество призраков. Тогда все еще хуже, чем я думал. Развеять контроль разума короля теней невозможно. Если он завладеет местной тенью, мы не сможем вернуть себе квартал. Есть и хорошие новости. Изабель разминулась с зеленым пламенем, так что у нас есть еще время поймать ее. И откуда у тебя такая информация? От купчихи мандук. Но ты же сказала, что она под заклятием короля теней. Я что-то упускаю? Эфирные наручи могут развеять его магию. Когда я вернула ей разум, она рассказала, что Изабель шла в направлении жилого квартала. К сожалению, это все, что я пока знаю. Полагаю, там она попробует встретиться с зеленым пламенем. Если все так... Эвелия, новый план. Мы весь год провели в глухой защите. Но теперь с новой силой можем изменить ход войны с королем теней. Начнем с жилого квартала. Я хочу, чтобы ты повела туда небольшой отряд. Если повезет, мы остановим Изабель прежде, чем она сможет навредить нам. В противном случае ты должна рассеять контроль зеленого пламени над местной тенью хранителя. С его помощью мы сможем вырвать еще один квартал из рук короля теней. Безумный план, но все может получиться. Но кажется, у нас был договор. Вы не единственный, кто знает моего отца. Мандук дала мне это, сказала, что это от него, но я ничего не могу прочитать. Посмотрим. Сегодня явно твой день. Поговори с Бальтазаром, это наш местный хранитель томов. Если кто-то и сможет разобраться, так это он. Бальтазар разбирается в подобных вещах. Обычно он в жуткой библиотеке. И еще он может помочь добраться до следующей цели. Хорошо, иду к нему. Так, ну все, отлично. Это мы с тобой сделали, все посмотрели. Пойдем тогда сохраняться в таверну. Надо продать всякие вещи, которые у нас куча, и которые нас утяжеляют. И игровые данные вот... Я вот не знаю, игровые данные сохранены, надпись появляется, типа все. Как бы можно сохраняться и выходить или нет. Но мы пойдем пока поспим. Ой. Эй, Вели! Погоди, пока. Погоди там, шуметь. Мы будем спать и сохраняться, давай. Поспать, да. Да. Что ж, ребята, давайте я на этом закончу. Игровые данные сохранены. Усталость как рукой с него. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норб, увидимся с вами в следующих играх, стримах, сериях. Все, всем пока-пока, будьте здоровы и не замерзайте.